Бюджет прожиточного минимума с 1 листопада повысится до 214 рублей 21 копейки. Бюджет прожиточного минимума – это норматив индексации дохода у населения и критерии потребности при вызначении права громадян на державную адресную социальную допомогу. Это усередненная сумма, якая лічиться необходимой человеку для задовольнения базовых потреб. Пропорционально росту БПМ повеличиваются минимальные працоўныя и социальные пенсии, надбавки, повышение до пенсии, а так само допомоги по догляде за инвалидом первой группы або за особой, якая досягнула 80-годового возрасту. Пропорционально росту БПМ изменятся и померы некоторых дитячих допомог. Так, одноразовая допомога у сувязи с нараджением первого дитяти складе 2142 рублі 7 копеек, при нараджении другого и наступных 2998 рублей 94 копейки. Одиночасовая допомога жанчын, якія сталі на ўлік да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці, складзе 214 рублёў 21 капейку.